Задача акции «Неделя добрых дел» – объединить ребят, которые хотят оказать помощь и поддержку тем, кому она сейчас необходима. Одно из таких мероприятий организовали в Видновской школе номер 7. В связи с масленичной неделей ученицы 8 класса под руководством учителя технологии Снежаны Ждановой испекли блины, которые передали местному клубу «Активное долголетие». Девочки всегда активно участвуют во всех акциях, а особенно они любят готовить. И урок кулинарии они ждут каждый год с нетерпением. Для них это прям праздник. Помимо ароматных блинчиков, ребята из 4 класса написали письма бойцам, которые задействованы в специальной военной операции. Я пишу о том, что профессия военного – это очень почетная и отважная профессия, и что стать военным не каждый сможет. Я пишу солдатам, что они очень отважные и смелые, потому что встали на защиту Родины. Я очень хочу, чтобы они поскорее вернулись к своим семьям. Я пишу мотивирующую речь солдатам, чтобы они никогда не сдавались во время войны, чтобы они шли до конца, чтобы они шли напролом. На неделе добрых дел школьники заботятся не только о людях, но и не забывают помочь животным. А так у нас еще есть одно мероприятие – это помощь животным. Нашему приюту, который находится в Щербинке, у нас вся школа активна, уже второй раз будет участвовать в этом добром деле. Такая акция, как «Неделя добрых дел», учит школьников быть добрыми, отзывчивыми и милосердными. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.